Сегодня практически в каждой крупной организации можно встретить выпускников одного из крупнейших вузов страны. Беседа известных и успешных людей с представителями студенчества не только позволит удовлетворить любопытство, но и поможет молодым и амбициозным не оставаться незамеченными. 11 ноября в Казанском федеральном зародилась новая традиция. Мост между поколениями соединил всех, кто учился, учится и будет учиться в КФУ. Первую встречу выдающихся выпускников торжественно открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Здесь придут на встречи люди различных профессий, но люди состоявшиеся. Это хорошее начинание, а в каком виде оно будет продолжено, во многом будет зависеть от организаторов этого мероприятия. Миссия проекта – не возводить стены, а прокладывать мосты. Мероприятие направлено на обмен опытом и развитие связей между поколениями людей, учащихся в Казанском федеральном. Первый спикер – молодой ученый КФУ Тимур Маджидов. Призывает студентов участвовать во всех политических клубах, научных работах, в творческой жизни университета. Главное, по его словам, учиться не ради диплома, а получать знания, навыки и умения. Именно пройдя через тернистый путь исканий, Тимур нашел свое призвание к науке. Я уверен, что таланты зарыты в каждом из нас. Более того, в каждом из нас очень много талантов. И так же, как и деревья, таланты нужно растить. И в этом заключается вся, как бы, хитрость. Потому что некоторые таланты наши, они помогают другим, а некоторые, так скажем, исключают какие-то другие. И очень важно в какой-то момент понять, какой из этих талантов ты действительно хочешь реализовать. Какой из них может вам помочь для того, чтобы вы достигали целей, которые вы хотите в жизни, и понять, какие эти цели в жизни. Поделились своими историями успеха и профессиональными секретами Егор Алеев, собственный корреспондент ТАСС в Казани, и Анастасия Фатахова, основатель проекта «Математика». Гузель Хисматуллина рассказала о своем главном достижении. Тренинговая компания TeamSoft не просто работа для Гузель, это образ жизни. Она поделилась небольшими советами, как правильно найти свой путь в жизни. Я всегда говорю три вещи. Первое, не бояться принимать решения, смелее принимать решения. Не надо ждать пятого курса, надо начинать его на первом курсе. Второе – это общение. Общаться, выстраивать создавать коммуникативное пространство. То есть уметь разговаривать с разными людьми, налаживать связи, налаживать отношения. Ну и третье – это работа. А вообще в любом деле, если хочешь добиться успеха, без работы ничего не получится. Да? Сколько бы у тебя ни было таланта, это вообще ничто по сравнению с тем, сколько тебе придется вложиться. Причем, чем больше твой талант, тем больше тебе придется работать. Проект «Мост» организован сообществом выпускников КФУ «Альма-Матер» и будет проводиться ежемесячно с новыми спикерами-выпускниками университета. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз.